Мы искренне благодарим всех участников нашего сегодняшнего телемарафона, но это не значит, что мы заканчиваем. Телемарафон, посвященный Международному дню музыки, будет продолжаться на Новой Одессе до 17 часов, после чего вас будет ждать выпуск новостей. Поэтому еще некоторые интересные музыкальные факты и еще не одну музыкальную группу вы сегодня услышите. Единственная в мире группа, вокалистом которой является птица, попугай по кличке Вальдо, играет в стиле дэт-метал и называется Hateback. К настоящему времени эта группа выпустила уже 3 альбома, однако проект существует только в студии и концертов не дает. Вот такой интересный музыкальный факт. Ну а мы же переходим к той музыкальной группе, которая концерты дает. Сейчас с нами на связи, на прямой связи со студией «Воронцовский дворец». Я напомню, там работает Наталья Чуховская, Александр Лотарев. И в прямом эфире мы сейчас посредством наших ребят будем общаться с группой «No Wasted». Друзья, 1 октября на календаре, за окном достаточно прохладная погода, ветер очень-очень сильный, поэтому прячьтесь в свои домики и смотрите наш телемарафон на телеканале «Новая Одесса». У нас здесь в Воронцовском дворце сейчас очень-очень тепло, и знаете, так светло и красиво. С группой «No Wasted», которых вы сейчас видите на своих экранах, пришла большая группа поддержки, я вам скажу. И я думаю, что они будут активно аплодировать, кричать и всячески помогать нашим музыкантам и создавать атмосферу еще более теплой и дружелюбной. А кто это с вами пришел? Наши друзья, поклонники. Отлично. Когда вы в следующий раз сможем вас услышать? Ну вот не здесь, в Воронцовском дворце, а в каком-то клубе, на какой-то концертной площадке. У нас будет акустический концерт 11 октября в клубе «Выход». Хотим позвать всех, приглашаем. Сюрприз. Ну, еще мы можем сейчас вместе с вами поздравить одесситов, ваших коллег-музыкантов с праздником День, Международный день музыки. Женя. Женя, я не люблю поздравлять, но действительно не только музыканты должны ценить этот день, а и все люди, которые любят музыку. Вот. Мы поздравляем всех одесситов и не только одесситов, всех людей в мире с великим днем музыки. Слушайте музыку, наслаждайтесь ею. Музыка вам дарит хорошие эмоции. И всегда хорошие. Ура! Давайте наслаждаться музыкой группы No Wasted.
нас здесь, в студии? Что это была за песня, кто написал? Песня была «Miles Away». Ну, мы пишем с Женей песни, но это вдвоем. А что сейчас вы нам еще сыграете? Потому что мы же вас не отпустим с одной только песней. Мы еще как минимум две от вас потребуем. Сыграем что? Greatest Sin. О чем? О самом большом грехе. О, как, у нас все, очень, как все глубоко. Очень глубокая песня, да. Ну давайте послушаем. We could.
No Wasted. Давайте я все-таки с каждым из вас познакомлюсь, а то как-то вот так вот скромно сидите. Как вас зовут? Ярослав. Это наш новый барабанщик. Да, он недавно у нас появился. Да. Еще не испорченный. А, совсем недавно это сколько? Ну, это где-то месяца четыре. Ты уже так давно с ними? Так, пару дней прошло. Дальше идем. Солист. Дмитрий Горбунов. И гитарист Евгений Грициенко. Вот я могу за себя постоять. И гитарист? Ганшин Владислав. Ну, вообще я басист, но сегодня решил на гитаре подыграть. Ну вот так, отлично. Такие многостаночники, скажем так. Ну давайте третью песню. Все-таки раз мы уже так хорошо начали, давайте и продолжим. И мы опять поздравляем всех одесситов, нашу дорогую студию, наш телеканал, наш город и всех музыкантов с Днем музыки вас, друзья! Между вами только для того, чтобы поблагодарить вам, пожелать вам творческих успехов и напомнить нашим телезрителям, что сегодня мы отмечаем Международный день музыки и передаем слово нашей студии. Студия.
Спасибо, ребята. Это был Воронцовский дворец, и мы послушали несколько замечательных композиций, хотя и с грустинкой, как, наверное, полагается этому осеннему дню. Но нам все же хочется, чтобы в Международный день музыки было больше позитивных эмоций, чтобы ваше настроение сохранялось хорошим, тем более, что мы работаем уже 3 часа в прямом эфире, совсем немножечко, и ваши рабочие дни будут подходить к концу, рабочий день будет подходить к концу, чем не повод для радости. Мне кажется, что замечательные. Ну, а пока праздник праздником, однако же реклама должна выходить в свое положенное время. После рекламы увидимся. Дорогие друзья, я надеюсь, вы получили частичку счастья от микрооркестра Кьеро, который специально для вас сегодня... Микрочастичку! Большую частицу, огромнейшую! Для того, чтобы получить еще большую частичку, пожалуйста, приходите 4 октября в клуб Нота Бена, где ребята будут играть свой сольный концерт. Ну а мы возвращаемся в студию. Конечно, но запомните, еще будет огромное количество групп, которые будут играть и петь специально для вас. Так что ни в коем случае не переключайтесь, оставайтесь с Новой Одессой. Студия. Спасибо Наталье Чеховской, Александру Лотареву и микрооркестру Кьера. Это наш одесский коллектив. Его название с испанского переводится как «хочу» и «люблю». Какое красивое, романтичное название. А вот в нашей студии, где находится совсем не микрожурналист Николай Покровский, а серьезный такой журналист, ответственный, уже есть новые гости. И название группы, состоящей уже из 5 человек, так что полноценный коллектив, это «Интерсепт». Больше расскажет Николай Покровский. Передаем ему слово. Большое спасибо, Антон, за лестные слова. Но, между прочим, дорогие друзья, пока вы наслаждались музыкой от микрооркестра Кьеро, в нашей студии появились наши частые гости утренних и вечерних наших эфиров, группа «Интерсепт». Поэтому музыкальное наслаждение на телеканале «Новая Одесса» только продолжается. Поехали! Читай записку на листе. Я ушла, манит меня природа. До свидания, будь на высоте. Я ушла, манит меня природа. До свидания, будь на высоте. Как мне не хватает кислорода. Меня манят запахи костров и непотревоженные воды песни легкомысленных метро и непотревоженные воды песни легкомысленных метро. Thank you.
свидания, будь на высоте. Я ушла, манит меня природа. До свидания, будь на высоте. Спасибо. После этой композиции хочется только сказать вам спасибо большое. Друзья, я напомню, это была группа Intercept. Совсем скоро в этой студии появится еще одна одесская группа Mad Not Bad. Ну а пока я передаю слово своим коллегам, прекрасной Ирине Коробко и злому Антону Равицкому.